Кронштадтском районе купаться нельзя. В преддверии жаркого сезона сотрудники МЧС предупреждают отдыхающих об опасности. Специалисты ГИМС пожарно-спасательного отряда органов исполнительной власти разъясняют жителям и гостям Кронштадтского района, купание во внутренних и внешних водоемах опасно для жизни и даже здоровья. За июнь это уже третий рейд. В Кронштадтском районе имеется один единственный пляж, официально оформленный. Он находится на летней пристани, позади нас буквально, где можно отдыхать, загорать, но купаться там нельзя. В воде превышает именно количество железа и микроорганизмов. Поэтому нельзя купаться в воде, только принимать солнечные ванны. Знаки о запрете купания установлены на летней пристани, у бассейна Петровского дока и на Кронверском канале. Еще 4 знака появятся на берегах внешних водоемов. Кстати, именно на летней пристани, месте особо популярном у отдыхающих, 2 года назад при купании погиб человек.